Сегодня день особый, правда? Прекрасный праздник весны. Сегодня день 8 марта. Так пусть счастливой будешь ты. Любимые девушки, поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем всегда быть такими красивыми, как он. И умными, как он. В общем, всего самого наилучшего. Будьте такими же красивыми, такими же желанными. Всем привет. Спасибо, что вы есть. Милые дамы, я поздравляю вас от всего сердца с 8 марта. Желаю вам терпения, счастья, любви, здоровья. Давайте всегда такими же милыми, как моя девочка. Дашенька, и тебя тоже с 8 марта. И чтобы мужья любили и не только 8 марта приносили цветы. Желаю счастья, удачи, любви, любящих мужей и удачи во всех начинаниях. Чтобы они всегда оставались красивыми, ласковыми, нежными, как пушок. И от жизни получили все, что хотели. Всего вам наилучшего от души. В России вы самые у нас лучшие. Русские девушки вас обожают. В частности, поздравляю свою любимую девушку. Желаю вам, чтобы вы оставались всегда такими же прекрасными, красивыми, и чтобы вы всегда любили своих вторых половинок от души с 8 марта. Дорогие девчонки, мы поздравляем вас с наступившим 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья. Чтобы вы всегда оставались такими же красивыми и исполнения желаний. Ну, поехали. Едем уже. Ну, едем. Сонные, желтые огни. Пацан Дре. Ну? Иди сюда, а. Че? Че такое? А? Че нам, а? Че снимаешь? Я поздравление. Да? Да. Ну, нормально тогда. Тогда снимай, поздравляю. Подожди, я не могу. Давай. Сейчас. Мы же красивыми, и что исполнение... всегда исполнялись ваши... Утро! Все не так. Нет того веселья, то ли куришь натощак. Желание. Поехали? Поехали, что?